Сюжет этого фильма банален. Злодей на коляске похищает лучших ученых, чтобы собрать огромного железного паука. Чтобы с его помощью убить президента и вернуть рабство. Надо повесить! Нет. А Уилл Смит и Кевин Клайн... Я не леди, я федеральный маршал. Переодевшись в женщин, пытаются спасти Америку. А еще здесь снимается Сальма Хайек. Фильм о старом и недобром Западе. «Дикий Дикий Уэст». В среду в 20:00. Смотри 100% кино.